Нет, ну ладно. У нас только Мерседес такой, самый дешевенький, Б-класса, самый херовый. Кстати, когда он был не наш, он был нормальный. Когда он стал наш, когда я доказал, он стал самым херовым. А Корвет еще не доказал даже, что наш, а уже говорят, что Корвет машина дешевая. Всегда Сережка машину паркует в гараже, так как я не умею. Опа! Все, выключать? Все.